Доброе утро, уважаемые онлайн-слушатели. У нас сегодня с вами пятый день недели, 5 мая 2017 года, и мы с вами завершаем торговлю на этой торговой неделе и переходим к выходным. Доброе утро. Со связью все хорошо, камера сегодня работать не будет, поэтому сразу переключусь на экран для того, чтобы посмотреть, как вчера мы благополучно зафиксировали тейк-профиты по евро-доллару, зафиксировали тейк-профиты в противошорте по фунт-доллару и зафиксировали назначенные тейк-профиты по золоту вниз. Другой возможности у нас не было, мы действовали именно по этим направлениям. По традиции хочу включить чат и пожелать доброго пятничного утра всем тем, кто присутствует на этом семинаре. Доброе утро, Минск, доброе утро, Екатеринбург, Новосибирск, Киров, доброе утро, здравствуйте, Киров, Балаково, Москва. Фанис, доброе утро, Каменск, Уральск, доброе утро. И всем, Москва, еще раз доброе утро. Игорь успел первым написать сообщение. Все, кто просыпается и наслаждается. То есть, грубо говоря, проснулся только что, вот дисциплинированный трейдер смотрит на свой евро-доллар и видит тейк-профит тютелька в тютельку. Проснулся сейчас дисциплинированный трейдер, смотрит на противошерстный фунт-доллар, вспоминает правило «уходи, гаси свет» или «принеси пирожные детям прямо сегодня» и наслаждается тейк-профитом по фунт-доллару. И проснулся сейчас дисциплинированный трейдер по золоту. Хотел он вчера торговать вверх, не получилось, у него сработало коридор автоприготовления вниз, и он уверенно зафиксировал прибыль на 12.31 без касания стоп-лоссов. Ну а рынок пошел дальше, и я даже вам покажу, куда он дальше пошел. Вот, дело в том, что мы применяем правило номер один, правило номер два, и есть у нас классика. Окей, рынок по золоту пошел на классический 261 без применения коротких правил 1 и коротких правил номер 2. Окей, но мы хотели от него одного единственного. Выход из коридора был без пробития соточки, поставили 76, 261, уехали жарить шашлыки, приезжаем, 12.31 выключено, счастье. По евро-доллару то же самое. Мы не планировали вчера его продавать, а планировали в очередной раз от фиолетовой линии отталкиваясь, покупать до собственных пропорций. В любом случае, евро-доллар вчера у нас находился в зоне бая, начиная с 12.00 по терминалу, согласно хая после французского. Вот, и согласно самого низкого парня на деревне за 4 мая, мы начали вытягивать Fibonacci и в итоге получили вот такие вот тейк-профиты. Евро-доллар продолжает свой путь, уже отталкиваясь ногой от 161-го и двигаясь по умолчанию на свой заветный 1.10.62. Именно туда он дал первый сигнал еще 25 апреля в 17.00 по терминалу. Разобрались. Виталий уже по фунту торгует. Доброе утро, и так далее. Чита, Иваново, Самара, Зеленогорск. Доброе утро. Присоединяемся. Итак, спасибо тебе, евро-доллар, за то, что ты вчера, начиная со вчерашнего самого низкого парня, начал отсчитывать пропорции. Вчерашний самый низкий парень не являлся оригиналом. Об этом был комментарий, потому что его клосс не уходил глубже позавчерашнего. Позавчерашний парень аккуратненько подошел, протестировал номер 100. Аккуратненько протестировал 161, но чтобы получить тейк-профит, нужно перейти на линейный график и спокойненько спать. Перешли на линейный график, острие в острие, уснули, проснулись, счастье в кармане есть. А вот свечной тейк-профит сработает сегодня по цене 0.9913. Как себя чувствует евро-доллар 4-часовка и почему мы добились успеха на часовом бай, дело в том, что 4-часовка не уходила в зону sell, а все эти дни поддерживает только бай. И вот если мы опираемся на горизонтальные уровни, мы вчера совершили по евро-доллару очередной прыжок не в подвал, а на чердак. В данный момент 4-часовка выпрыгивает на чердак, чтобы посмотреть, не остался ли там еще кто-нибудь из Карлсонов. Вот, поэтому наблюдаем мы с вами пока что ярко выраженный восходящий тренд. Если мы берем 4-часовку, прищуриваем глаз, то мы видим дуга, и мы все выше и выше уходим по числу Fibonacci, хотя бы даже в последней дуге. Окей, разобрались. 4-часовка находится у нас в восходящем тренде. Как только мы увидим пробитие лоу вот этого одноцветного белого 4-часового движения, мы сразу же перейдем в зону селла.
Окей, разобрались. Спасибо тебе, евро-доллар, что ты никого не обманывал. Сегодня додай недисциплинированным трейдерам Take Profit 0.991, который растягивался по свечному графику, и те трейдеры, которые не забирали прибыль по линейному, уходя, не гасили свет за собой, а свет всю ночь горел у них и тратил электроэнергию Советского Союза. Вот сегодня они могут получить премиальные по 0.991. Все равно, видите, никого не наказывает администрация за то, что вы не потушили свет, а отдадут вам Take Profit по цене 0.9913. Почему? Потому что евро-доллар начинает вытягиваться дальше до полного импульса. Если мы обратим внимание, у нас есть предварительная чувствительность полного импульса. Далее аккуратненький выход, не касание 7.6, и уже мы двигаемся вот по такой пропорции. Прищуриваем глаз, смотрим, да, действительно, это большая дуга, которая не является оригиналом, а является лишь кенгуренком, помогает баю двигаться к своей собственной цели. Цели у них примерно 161 совпали, а вот 261 находится в разных ценовых диапазонах, поэтому прогноз погоды на сегодня это 10.25 и 10.52. Запомнить легко, знаете почему? Потому что 25 это зеркальное отражение 52. Раньше в советское время, когда номера были четырехзначные, было очень модно брать зеркальные номера. 25-52, я помню, у меня был такой номер зеркальный. Вот. Поэтому запомните легко 10-25 или 10-52. Продолжаем восходящий тренд. Смотрим на опасный коридорчик по евро-доллару. По евро-доллару он у нас потерял авторитет. Дело в том, что мы со времен после французской новости наблюдали с вами лоу, который устраивал нам самый последний хай, и его лоу руководил разворотом. Все это удаляем. Смотрите, как легко на пенсию можно отправлять. Вот. Берем, подходим и говорим: так, здравствуйте, извините, вы отправляетесь на пенсию. Все, я ничего не знаю. Вот. Дело в том, что селлом теперь будет у нас руководить другой парень, который устраивал самый высокий хай, который является оригиналом в импульсе. Вот, и именно он будет руководить у нас опасным поворотом, разворотом вниз. Ранние развороты вы уже их видите, они находятся внутри мамы кенгурихи. Это маленький кенгурята, самый высокий парень вчерашнего дня. Без потерянного авторитета может быстренько развернуться и устроить нам нисходящий тренд до собственного 261-го внутри мамы кенгурихи. А уже после того, как мы скорректируемся на 50%, появится шанс самого вот этого большого импульса скорректироваться вниз. Итак, малый разворот есть, большой разворот есть. То есть каждый день мы с вами по евро-доллару показываем малый разворот, большой, связано это с тем, что он все никак не развернется. Но когда он развернется, вы будете понимать, что вы уже в тренде. Вы в тренде, потому что модно быть в тренде, как бы девочки друг друга спрашивают: ты в тренде? Да, я в тренде. Окей. А вот мальчики тоже друг друга сейчас спрашивают, это очень модно. Ты в тренде? Да, я в тренде. В каком тренде? Евро-доллар buy или sell? Buy. Ну все, молодец, значит, ты тоже модный парень, потому что торгуешь на финансовом рынке. Окей, следующая валютная пара, наконец-то дождался Виталий. Фунт-доллар, то есть мы не успели еще анализировать евро-доллар, он уже пишет, что ему нужен фунт-доллар, вот он фунт-доллар. Вчера у нас фунт-доллар шел в большом глобальном селе, 40-летний вышел на работу, помните, я ассоциацию только проводил, что это большой глобальный, у него много друзей и коллег, он идет к своей 261, но какой-то 18-летний выскочка против него вышел и достиг своего тейка в противошорсте, выключив стоп-лосс 40-летнего. То есть, если оценивать вчерашние движения фунт-доллара, то нижний маленький беспомощный коридор победил огромного авторитетного коридора, который смотрел в sell. То есть, buy маленький беспомощный победил большого огромного села. Как он его победил? Он и будет его сегодня дальше побеждать. Почему? Потому что он закрыл его всего лишь по линейному графику, по правилу: уходи, гаси свет, приноси детям пирожное каждый день и будь здоров. Вот. А по свечному графику он ничего не приносил, потому что опасный коридорчик по фунтику у нас выглядит таким образом. Его тейк стоял за фиолетовой линией, а рекомендация по восьмому правилу вчера во время дневного семинара была такая –
Ребята, заберите прибыль на фиолетовый по правилу номер 8, потому что фиолетовый не даст вам с первого раза добраться до вашего заветного тейка. Только со второго раза, отталкиваясь от 161-го, да, получая дополнительный импульс, мы можем пробить фиолетовый, пробить тейк 1 и двигаться дальше в большом импульсе по фунтику, который будет выглядеть вот таким образом. Большой импульс уже готов к прорыву. В этот момент будет пробит нисходящий тренд. То есть вот этот огромный нисходящий тренд, ну, в смысле такой хороший нисходящий тренд, вот, он будет пробит, и мы увидим, соответственно, движение не в sell, а в buy. Правило номер 8 активно работает, вы это замечаете, что именно фиолетовое в конце дня не дает возможности пропустить нас к 261-му по свечному графику, который мы намечали. Но в этот момент дисциплинированный трейдер, учитывая все эти правила, переходит на линейный график и приносит домой пирожное. То есть заходит домой и говорит: папа, ты что-нибудь принес? Да, доча, на тебе пирожное, потому что я фиксирую прибыль по линейному графику. Я дисциплинированный трейдер. И ложится спокойно спать, потому что в голове у него нет ни тейк-профитов, ни стоп-лоссов. У него по всем трем валютным парам вчера была прибыль. У него, у кого? У дисциплинированного трейдера. И у него депозит вырос в любом случае, потому что любой полученный тейк должен поглотить предыдущие стоп-лоссы. Тейк-профит по евро-доллару он получил? Да, получил. Тейк-профит по фунту, ну, если люди не помнят, вот он, тейк-профит по евро-доллару он получил. А как он его получил? У нас был ласкис, но он не был оригиналом, поэтому мы ориентировались на оригинал вчерашнего дня. И забрали мы его по дисциплине, уходя гаси свет. Ну и все. Загасили, заполучили, принесли домой пирожное. Молодцы. Да, молодцы. То есть спит спокойно трейдер. Видите, здесь дзинь. Вот когда, ну, говорят, спи спокойно, и, ну, как бы на определенных мероприятиях, вы понимаете, на каких мероприятиях, я сразу представляю не это мероприятие, а просто голос дисциплины для трейдера. Спи спокойно, дорогой товарищ, ты получил свой тейк, и ночью ты не, ну, можешь, в принципе, и не ворочаться, потому что у тебя все сделки закрыты. А по фунту стоп-лосс большого коридора, говорит Леонид. Ну да, если калькулятор в кармане есть, то в этом ничего страшного нету. Окей, следующая валютная пара — это золото. Это золото. Мы с вами охотились за золотом и заполучили огромный большой тейк. Этот большой тейк выглядел вот таким образом. Мы его растягивали с самого лоу последнего импульса до самого хая и зафиксировали 261. В этот момент мы заметили, что провал пошел глубже 261, потому что он пошел к следующей своей цели, тютелька в тютельку, к следующему 261 от последней дуги с проколом 161. Разобрались? Разобрались. Все, удаляем Фибоначчи, довольные, полные карманы денег. Почему? Потому что я вчера получил миллионы писем от благодарных клиентов, которые зафиксировали по золоту порядка 400, 300, там 280 пунктов, и они уже уезжают на Гавайи. Спасибо благодарным клиентам, которые вот пишут, ну, тогда, когда им хорошо, когда им хорошо. И спасибо большое неблагодарным клиентам, которые пишут, когда им плохо, а когда им было хорошо, они ничего не пишут. Ну, примерно вот таким образом я хотел бы поблагодарить всех тех, кто закидывает мою почту ежедневно тысячами-тысячами писем. И если я кому-то не отвечаю на письмо, я извиняюсь, потому что, ну, левый глаз смотрит туда, правый глаз смотрит сюда, а средний глаз, ну, не успевает читать эти письма. Итак, смотрим. Опасный коридор выглядит вот таким образом. Мы ждали от него бая, он внезапно ушел в сел кувалдовым методом. Прощаясь, мы с вами растянули Фибоначчи вот таким образом и сказали: ребята, сегодня цель 12.31 по дисциплине, и большего от золота не просите, потому что у него выход из коридора был без прокола 161. Поставьте 76, 212.31 и спите себе спокойно, дорогой товарищ. Вот, 12.31 получено было, но мы пошли по максимуму, до самых максимальных пропорций, пошли до 261-го от того момента, кого же все-таки эта кувалда пробивала. Эта кувалда пробивала самый минимальный лоу. И она также благополучно приземлилась на свой 261. Получается, что все дуги, и последняя, и последняя, и последняя, и еще и последняя, все пришли на свои 261 уровни. Что сегодня делать с золотом? Ну, ничего не делать. После полученных тейков, после полученных радостей, растягиваем коридор опасности и ждем. Либо это будет разворот, либо это будет очередной коридор продолжения тенденции, в котором мы будем участвовать в sell, в любом случае, короткими тейк-профитами. Короткими, это значит 12 пунктов, там 15 пунктов у нас будет тейк-профит, как вчера.
Вот так вот выглядит зона ожидания на сегодня. Евро-доллар, у нас нету зоны ожидания. Почему? Потому что ранний тейк мы забрали, грубый тейк у нас продолжается. Вот, и к нему прибавляется основной тейк. То есть основной бай выглядит вот таким образом. Мы, отталкиваясь от 161 уровня, то есть находясь уже за 161 уровнем, продолжаем свое движение к 261. Но в любой момент, вот как Леонид, чтобы не получилось, правым глазом смотрим на опасный коридор, в руках держим калькулятор и участвуем в противошорстном селе. В любой момент это может произойти. Поэтому я зеленку поставлю на место, попрощаюсь с вами до понедельника. Вот, и сделочка по золоту, по евро-доллару открыта. И вот тут я просто маленький намек дам тем, кто до сих пор с калькулятором общаться не может. То есть вчера, допустим, ну, сейчас вот дам, и вы все поймете. Вчера вот в этом коридоре участвовал у меня один лот. В данный момент вот в этом коридоре у меня участвует 0.01 лот. Ну, я думаю, вы догадались, почему. Дело в том, что этот коридорчик как бы находится по невыгодной цене до стоп-лосса дальше, чем до тейк-профита. И в любой момент его присадки, это в детском саду, а присадка это на этом, на финансовом рынке, можно будет добавляться. Дело в том, что многие вчера получили тейк, к примеру, цельным лотом, и сейчас опять цельным лотом заходят в бай, но извините меня, если здесь сработает стоп-лосс, 84 пункта, то все, что нажито непосильным трудом, будет, естественно, утеряно. Поэтому наблюдаем, калькулируем, считаем, и нужно сделать так, что вот сколько сделок у вас открытых есть, если, вольты, к примеру, если бай закрывается стоп-лоссами, а селлы с тейк-профитами, у вас должна оставаться прибыль. Если селлы закрываются с тейк-профитами, бай по стоп-лоссу, у вас должна оставаться прибыль. А прибыли не будет только в одном случае, если buy и sell закроются по стоп-лоссу. Ну, тогда берем калькулятор и мы рассчитываем следующий коридорчик, который может без вольта достигнуть своей цели. А если опять создастся картина валет, то тут нужно звать математика с толстыми линзами, чтобы он сидел рядом с вами и помогал. Разобрались. Дракон куда дышит? Дракон дышит вверх. А если он додышит до 10.524, то мы, естественно, поймем, что в мире все зависит только от Фибоначчи и больше ни от чего. Ну вот кто может сказать, что 10.524 может остановить финансовый рынок по евро-доллару, в котором участвует весь мир? А он кольнет 10.524 и полетит вниз. Значит, Фибоначчи правит миром. Разобрались. Евро-доллар только buy-sell'а нету, но мы знаем, где будет sell, потому что sell уже перепоцеловался. Есть ранний sell, есть поздний sell. Окей. Фунт-доллар у нас только buy-sell'а нету. Если sell начнется, то sell начнется у нас в старых коридорах. Так, этот buy я уже зачеркнул. Подождите, я там buy нарисую, а sell нарисую вот здесь. Где он у нас начнется? В старом коридоре начнется. А где он у нас был старый коридор? Вот здесь у нас был старый коридор. Именно здесь и начнется настоящий большой sell. Опять вновь. И Леонид, если остались деньги, вы можете вновь зайти в этом селле, вот, и пойти к 261 уровню. Все будет хорошо, все будет нормально. Просто единственное, чего нету у тех людей, которые получили стоп-лосс вот в этом большом коридорчике, у них нету тейк-профита бая. Вот в этом и разница. Смотрите, вот дисциплинированный и недисциплинированный. Недисциплинированный трейдер имеет стоп-лосс по большому коридору. А дисциплинированный трейдер имеет, смотрите, стоп-лосс по большому коридору, тейк-профит по малому коридору, который поглощает стоп-лосс большого коридора, и он, в принципе, сейчас открывает бутылку шампанского и, ну, как бы скажем, готовится к выходным. Видите, у Леонида сначала улыбка была в одну сторону, а теперь улыбка в другую сторону. Как быстро меняется настроение трейдера, когда он видит свой любимый коридор до сих пор действующим. Почему по правилу без нулевки коридор жив до сих пор и здоров? Без касания нулевки, без клоза выше нулевки коридор жив и здоров. Я желаю удачи добить любой коридор, который вы себе придумали и нарисовали по любым валютным парам. Это на самом деле увлекательно, если соблюдать money management. То есть я всегда называю, вот мне спрашивают, а что вы называете под соблюдением money management? Я говорю, ребята, если у вас есть 10 тысяч долларов, торгуйте вот так, минус 1 доллар, минус 2 доллара, минус 4 доллара, минус 8 долларов, минус там 16, минус 32, минус 64, минус 128. Пока вы истратите свои 10 тысяч долларов и торгуйте, желательно, если вы новичок, всего лишь по одной валютной паре, то тогда рабочий день вы закончите в любом случае победителем. В любом случае вы победителем закончите. Ну все,
Спасибо, Леонид, за то, что вы, ну, действительно от души понимаете, что я хотел вам сказать. На самом деле, sell здесь до сих пор есть, buy будет, и жизнь еще не кончилась, все будет нормально. Окей, следующая валютная пара – это отношение металла и бумаги. Мы с вами зафиксировали sell, он неугомонно, естественно, движется вниз по всяким большим коридорчикам. Вот вчера ко мне звонили самые близкие друзья, они такие, ну, интересные братья-близнецы. Вот я, может быть, они сейчас слушают, и они гордятся, ну, как, что я про них говорю. Они очень интересны, потому что близнецам торговать вообще, ну, вместе нельзя, потому что один говорит buy, другой говорит sell, они всегда спорят, и это так со стороны очень хорошо смотрится. Вот, но... Они продолжают продавать. Почему? Потому что они работают дисциплинированно по коридорам вытяжки. Здесь они не фиксировали прибыль, здесь они не фиксировали прибыль на 261-м. И они вытянули вчера вот свой коридорчик вот до такой степени. Я думаю, что они довольны. Почему? Потому что рынок вчера тоже достаточно глубоко провалился на 100 с лишним пунктов по золоту. И валится он неугомонно по числу Фибоначчи. Если мы посмотрим на картинку, то, ну, понятно, малый импульс, большой импульс, большой и супер большой импульс уже пробитый. То есть супер большой — это вот этот вот импульс. Присели, ушли, его пробили, оттестировали и пошли даже глубже него. Вот. Вот. Если кто-то не разбирается в импульсах, я вас с удовольствием приглашаю на семинары Марата Газизова, где можно узнать, где первая волна, где вторая волна, где третья, где четвертая, где пятая волна. И это очень полезно для совмещения с данной стратегией. То есть, грубо говоря, поняли, где первая волна, а все, значит, здесь будет достижение пропорции. Разобрались. То есть золото находится в активном селе, мы пытаемся его прикупить, потому что оно должно корректироваться, но если мы не видим возможности прикупить, то мы тут же продаем после клозов ниже цены 12.25.65. Сразу начинаем продавать. Окей, разобрались. А как себя чувствует нефть? Ух ты, нефть, как она себя чувствует. То есть мы зафиксировали 161, печеньку поставили. Мы зафиксировали 261, печеньку поставили. Далее наблюдали за вот этим уровнем. Обратите внимание, мы за этим уровнем наблюдали, чтобы он пробил нам хай импульса. Ну, или этого, чего он не сделал. Он дошел просто до импульса, клозы не показал. Пробил в обратную сторону и тут же тютелька в тютельку приземлился на свой 261 без касания стоп-лоссов. Выглядело это вот таким образом. Целом руководил лоу вот этой белой свечи. Итак, разгоняемся, пробиваем его, заходим в рынок без касания 76, плавно опускаемся на 261 и откатываем от него. Потом пробиваем 261 и идем дальше. Все это связано с тем, что нефть, так же как и золото, разгоняется, пробивает большой импульс. И в данный момент мы приблизились уже, ну не приблизились, отталкиваемся вот от этого импульса. Почему? Потому что левый глаз должен всегда у трейдера работать. И этот импульс называется, ну раньше я его называл кривосогнутый, выпукловогнутый, по башке два раза ударенный, но сейчас можно его назвать такой казанообразный плюс дополнительно дугообразный импульс. То есть вот к этому лоу мы подошли. Каждый лоу мы чувствуем. Этот лоу чувствовали? Да. Этот лоу чувствуем? Да. Мы сейчас от него яростно откатываем. Вот. И в момент чувствительности мы после полученного тейк-профита, то есть после полученного счастья, видим, спасибо тебе, нефть, за все твои заслуги, видим, что нефть удлиняется, ну, в большом коридоре, я уже не буду рисовать в большом, но в то же время мы понимаем, что нефть в любой момент может закончить карьеру падающего парня после пробития цены 48.62 клозами, мы сразу же увидим 51.73. Сразу, моментально. Кто увидит? Дисциплинированный трейдер, у которого в руках калькулятор, а рядом сидит математик с толстыми линзами. У него все будет хорошо. У него все будет, поверьте мне. А у второго, второй категории трейдеров, они просто вытянулись в большом коридоре с предварительной чувствительностью. 100, пробили. И скоро они будут фиксировать прибыль на 161, а в итоге они держат нефть до цены 39.78. И им без разницы. Существует такая цена, не существует. То есть многие говорят, 39.78, такого не может быть. Такого не может быть. А дело в том, что фибоначчник, он верит всему. Если у него 261 будет стоять по цене там, $1 за баррель, он в любом случае будет продавать. Он не будет говорить, ой, я не буду продавать, потому что такой цены не может быть, потому что нефть не может стоить $1. Может стоить. Может стоить. Если завтра мы все будем ездить на солнечных батареях или на воздушных двигателях каких-нибудь, или в которую заливаешь морскую воду и катаешься, то тогда нефть будет стоить $0 за баррель. Разобрались.
Окей, пара доллар-рубль. Мы с вами прогнозировали, и в итоге вы прогнозировали. Центральному банку России мы позвонили еще 26 апреля в 12.00 по терминалу и сказали, в принципе, 57.942 скоро у вас будет, готовьтесь. Вот. Вчера мы увидели 57.942, тютелька в тютельку отскок, а далее пробитие этого уровня. 57.942, вы, как аналитик супер-купер домашний в тапочках сидящий, прогнозировали еще 26 апреля. Фибоначчи, сила. Я поздравляю всех дисциплинированных трейдеров с тейк-профитом по паре доллар-рубль и с тейк-профитом по нефти вниз, потому что мы использовали эту остановку. А далее уже после этой остановки мы растянули Фибоначчи и зафиксировали селл-прибыль. Выход не касание 7.6, четкая отдача 261 и пробитие 261 дальше, потому что цели там дальше находятся. Окей, разобрались. Следующая валютная пара это доллар-канада, она двигается к своему тейку в недобитой дуге, далее загибает еще одну дугу, и вот на сегодня мы видим цели по доллар-канаде. Если кто-то скажет, что по доллар-канаде есть селлы, я очень сильно удивлюсь. Селлов пока нету, продолжаются баи агрессивные. В данный момент они пробивают 161, стремятся к цене 38.26 и 38.46. Запомнить опять-таки легко, смотрите, 38.26 плюс 20 получится 38.46. Ну и все, запомнили. Это тейк-профиты по доллар-канаде. Следующая валютная пара австралиец-доллар. Это, ну, как бы, если доллар-канада идет вверх, значит доллар дорожает, то австралиец-доллар идет вниз, потому что доллар дорожает. Вот. Очередная большая дуга стремится к большой цели, малая дуга будет стремиться к малой цели. Малая дуга пробивается только в этом часе, поэтому ранее у меня не было нарисовано. В данный момент тейк-профит выглядит так. 73.32 и 72.81. Ну, тут уже не запомнишь. Не поможет ни зеркальный номер, ни плюс 20, ничего не помогает. Просто нужно записать. 73.32 в малом коридоре и 72.81 в большом коридоре. Движется австралиец доллар вниз. Ни в коем случае не вверх. Но мы знаем, что в любой момент по пробитию хая вот этой черной свечи мы будем участвовать в бае. С калькулятором и с математиком. Разобрались. Следующая валютная пара. Новозеландец доллар. Достигнув тейка тютелька в тютельку в вытянутом коридоре. Напомню, как мы за ним охотились. Охотились мы за ним легко. Мы сказали, а кто самый высокий парень в одноцвете? Получили в нем тейк тютелька в тютельку. И вот вчерашний день мы вытянулись просто до следующего коридорчика и получили следующую тютельку в тютельку. Опять. Дзинь. Получили. После полученного тетелька в тютельке, данный актив новозеландец доллар прочувствовал уже свой сотый уровень, то есть готовится к баю. Подошел, сказал, ой, здравствуйте, 68.81, я вас уважаю. Если я вас не буду уважать, то я буду уважать 69.05 и 69.45. Но в данный момент он проявляет уважение к своему сотому уровню. Кто он, новозеландец доллар? Берем зеленый фломастер, рисуем и говорим. После полученного тейка он разворачивается, но. Он двигается дальше в вытянутом коридоре, преимущественно sell. Ну, поняли, да? То есть вот здесь мы брали тейк, Казань брали, Астрахань брали, а вот этого еще не брали. То есть здесь он двигается к своему 261, но, используя 261 от прошлого коридора, он уже пытается развернуться с многоуважением своего собственного сотого уровня. Разобрались. Фунт-йеновские пары, я уже устал их рисовать, они летят все вверх, 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 и вверх, и вверх, и вверх. Почему? Потому что это очень хорошо для Японии. Когда доллар дорожает, иена дешевеет, Тойоты лучше продаются, чем всякие General Motors и, там, и так далее, и так далее. Панасоники лучше продаются, чем всякие другие эти двухкассетные магнитофоны. Вот, поэтому доллар-иена растущая, это может быть затяжным вариантом, потому что здесь участвует само правительство Японии, сама Япония в этом заинтересована, поэтому в любой момент мы можем, знаете, что увидеть? Мы можем увидеть вот такую огромную шпильку, пух, вверх, которая до 1109 Фибоначчи одним махом доберется просто. Вот это будет называться интервенцией. Разобрались. Почему устал рисовать? Дело в том, что мы рисуем с вами опасные коридоры, они все не закрываются. И вот очередной опасный коридор со вчерашнего дня. А кто самый высокий парень последнего тысячелетия, последнего дня, последней недели, последнего месяца, последних трех месяцев? Если он вернется на 100%, то мы увидим пропорцию 261, которая совпадает с прошлым 161 уровнем. То есть мы провалимся до 261, в этот момент мы оттолкнемся от 161 основного и пойдем дальше. Разобрались. Следующая валютная пара это доллар-иена. Вот она
развернулась в противошерсти, то есть она тоже идет вверх. Казань брали, Астрахань брали, а вот этого шпака пока не брали, который находится вот здесь. Вот. И используя take profit от Астрахани, то есть от 261, мы используем его для разворота тенденции. В этот момент мы смотрим расширенным глазом на график и понимаем, что самый высокий парень вчерашнего дня был пробит в 19.00 по терминалу с проколом 161, предварительно почувствовал сотый уровень. Значит, цель у доллар-иены на сегодня — это провалиться до 423, а именно до цены 111.61. Эта валютная пара отличается от фунт-иены. Фунт-иена — папа фунт, мама иена, вот, а у доллар-иены все нормально. Там и папа японец, и мама японка. Ну все, ну я так считаю, что доллар-иена — это чистый японец. Чистый японец. Окей. Доллар-франк у нас достигает своего тейка во всяких разных вытянутых коридорах с применением правила номер 2. Это было во время дневного семинара. И по классике, без применения правила номер 2, доллар-франк достигает цели. Выход был с проколом 161, четко приземлились на 423. Куда идет доллар-франк? Тот же самый коридорчик, просто начинаем вытягивать. Так, в одноцвете был на тейке? Да, был. Тянем до следующего. Этот был на тейке? Да, был. Так, тянем до следующего. Этот был на тейке? Нет, не был. А он чувствует свой сотый уровень? Да, чувствует. Но жалко, что не с той стороны, а с обратной стороны. То есть он сначала пробил, а потом с обратной стороны сказал: вы извините, что я вас не уважал. Вот с этой стороны можно я вас поуважаю? Вот, и поуважал его с обратной стороны. Вот, и получается, что пропорция у доллар-франка будет выглядеть на сегодня вот таким образом. Беру зеленый фломастер, рисую преимущественно sell доллар-франк. Ну и он преимущественно sell по всяким другим картинам. То есть он стремится к своему нулевому уровню, потому что по классике он уже не является коррекционным. Коррекция его закончилась вот здесь. Вот во время этого рейнджа он сказал: все, я не буду коррекционным, я пойду на свой нулевой уровень 98.12, ждите меня там. Окей, увеличиваем, ждем. Увеличиваем, ждем. Преимущественно sell. Но если вдруг будут buy, вы знаете, где они наступят. Они наступят на хаях черных свечей. Пока что я take profit сегодняшнего дня отмечу здесь. Но уходя, я вот так переключусь на линейный график и скажу: сегодня нужно домой обязательно принести пирожное по доллар-франку, потому что ждут и не дождутся. И вот здесь мы как раз таки увидели, что take подтянулся выше основного уровня, что как раз дает возможность его легко выключить. А если мы останемся на свечном, смотрите, то take идет ниже основного уровня. Вот в этом как раз таки и разница счастья и несчастья. Разобрались. Евро-иена также, прищуренный глаз, устал за ней следить. Она двигается после астраханского коридора в нормальном коридоре, чтобы взять шпака, но в противошерсти он ведет себя совсем по-другому. Смотрите, фунт-иена не трогал верха, не трогал низа, да. Доллар-иена развернулся, да, а вот евро-иена не развернулся, а продолжил тенденцию. То есть он, грубо говоря, тронул вверх, перепоцеловал там всех. Поэтому эта зеленка уже негодная. Берем другую зеленку, растягиваем и наблюдаем евро-иену по вот этому коридорчику. Я думаю, что есть любители у нас евро-иены, поэтому они сейчас готовятся. Увидев предварительную чувствительность 123-247, давайте проверим лоу этой свечи. Так, лоу свечи 123-246. Странно, на 1 миллипункт прокололи. Это нормально или ненормально? Конечно, нормально. Самое главное, что мы почувствовали 123-247. 24, 7 не имеет никакой роли. Окей, после пробития будем считать пропорции вниз. Какая легкая стратегия. Даже бабушки и дедушки могут работать по ней. Следующая валютная пара, австралиец-канадец, после достигнутого тейк-профита разворачивается. То есть не использует этот 261 для продолжения тенденции, а пока что он временно его использовал для бая, но выключил его по теме 76 и временно приостановил короткий бай. Я с вами со всеми прощаюсь, с дисциплинированными трейдерами, которые сегодня, по идее, не торгуют, а зафиксировали прибыли все вчера и одели белые рубашки, белые галстуки, белые штиблеты, белые кепки и уже вышли погулять. Вот, до дневного семинара. До свидания, до новых встреч. Резюме подведем, давайте. Евро-доллар в удлиненном бае продолжает свой путь. Фунт-доллар после полученного тейка в любом случае тоже в удлиненном бае продолжает свой путь. Целый у него включится на отдельном экране. Сейчас мы нарисуем. Так, это тейк на сегодня ближайший 261 без применения всяких правил по максималке. Без применения правил. Нарисую я его вот сюда. То есть бай у нас может сюда сегодня продлиться. А сел у нас на дополнительном экране. Сейчас я вам эти селы покажу. Раз,
2. То есть смотрите, как хорошо, да? То есть в этом свечном анализе без применения правила номер 2 мы хорошо чувствуем 161 с обратной стороны. Окей, здесь buy. И золото у нас buy sell закончились. Все нормально. Sell тоже должны были закончиться. Однозначно. Сидим в зоне ожидания. Сидим в зоне ожидания. Вот в такой зоне. Я не буду говорить, что это зал ожидания, потому что, ну, как бы в трейдинге такого нету, зал. Это зона ожидания. Это вот нарисовали нам, мы там сидим, ждем. Окей, окей, так, и вот они, опасные коридорчики. Евро-доллар, ранний разворот вот здесь беленький и поздний разворот вот здесь. Вот. А фунт-доллар у нас, sell, будет после пробития цены 28.01. Я его дополнительно сюда выведу на экран, чтобы вам видно было. Вот здесь вот вчерашний sell может приступить к действию, где будет участвовать Леонид. Вот. И золото у нас, что такое золото у нас? Оно перерисовало всех. А здесь уже ничего не буду рисовать, потому что зона ожидания по золоту и там одинаковая, и там одинаковая. То есть и здесь мы одинаково ждем. Все, до новых встреч, до обеда, хорошего настроения и побольше гимнастики. Почему? Потому что трейдер — это сидячая профессия, нужно постоянно бегать, прыгать, подтягиваться, отжиматься и так далее, и так далее. До свидания, до обеда.